Рейд по городским котельным провели представители администрации округа и тепловых сетей. Цель инспекции – проверить условия работы сотрудников и исправность оборудования. В процессе встречи обсудили волнующие вопросы. В объектив внимания попали два отопительных объекта – номер 13 и номер 42. Последний относительно недавно перешел на газ. В стороне из 13-й там паровая котельная, паровые котлы, поэтому там процесс немножко посложнее, чем здесь. Здесь обычные водогрейные котлы, обычные газовые горелки, газомазутные. В принципе, сложности в эксплуатации нет. Сейчас объекты работают в штатном режиме. Напомним, в общей сложности жители округа снабжают теплом 47 котельных. Сотрудники администрации регулярно проводят проверки и лично выезжают на места. Такие комиссии позволяют улучшить работу предприятий и эффективно устранять возникающие вопросы. Екатерина Ельмина, Игорь Антонов, Телемикс.